Всем любителям авиамоделизма привет из города Феодосия, столицы советского планеризма. Вам представляется модель радиоуправляемого самолета Аллет 900. Данная модель собрана на основе конструктора, разработанного фирмой Алнада. После собственноручной сборки получился вот такой вот аппарат с параметрами: крыло 900 мм, длина фюзеляжа 780 мм, вес аппарата 200 грамм. Управление аппаратом осуществляется по трем каналам: направление, высота и обороты двигателя. Элеронов у данного аппарата нет. Приятной неожиданностью стало то, что самолет полетел в первом же полете. Полетел во втором, и в третьем, и в четвертом. И при этом ни разу не упал. По итогам испытаний можно сказать, что энерговооруженность самолета больше единицы. Устойчивость как продольная, так и поперечная, она отлично. Китайцы рядом не стояли. Управляемость великолепная. Эффективность рулей позволяет крутить мертвые петли вокруг собственной оси самолета. Самолет хорошо планирует. Время полета на двухбаночном аккумуляторе емкостью 450 мА порядка 10 минут. И при этом основное время полета осуществляется на половинной мощности двигателя. Таким образом, благодаря данному конструктору, я получил дополнительный опыт по сборке радиоуправляемых моделей. Кроме того, у меня теперь есть постоянная возможность совершенствовать навыки пилотирования управляемой модели. Приемлемая цена и наличие видеоуроков по технологии сборки данной модели также должны быть учтены при принятии решения о выборе модели, которой вы хотите пользоваться в своей практике. До этого у меня было три китайца. Итог – деньги на ветер. Могу сказать, что китайцы стоимостью меньше 10 тысяч рублей либо не летают вообще, либо летают так, что ими практически управлять невозможно, особенно если опыта по управлению самолетами мало. Поэтому, ребята, не тратьте деньги на китайцев, не мучайтесь, не надо. Берите в руки инструмент и не топырьте пальцы. Работайте с Алнадо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!